Я уже видел, где христиан, христиане или христианский церковь, они отмечали этот праздник. Они сказали, что они верили в Бог. Если вы любите Бог, христианские люди, если вы любите Бог, почему вы отмечаете этот праздник? Если здесь я просто читал, что это сатанистские праздники. Почему вы отмечали или отмечаете это праздники? Это потому, что вы не, верили. Вы не верите. Вы не верите в наш Бог. Вы не верите в то, что Он сказал в Библии. Поэтому, еще раз, поэтому вы отмечаете эти праздники. Христианский церковь или христианская культура – это сатанинский культуры. Еще раз. И еще раз. Христианские праздники – это сатанистские праздники. Все их праздники – они все сатанистские праздники. Христианская культура не от Библии. Сегодня крестьянский, не оригинальный крестьянский в книге Деяния, глава 11, стих 26. Там, в этой главе, вы будете читать, что оригинальные крестьянские люди, они юдейские люди, еврейские люди, израильские народы. Никогда сказать, что они белые люди, китайские люди, арабские люди или африканские люди, или оригинальные хамицы, а, а, африканские люди только сказать, что христианские люди, они Иисус Христос апостоли, Иисус Христос ученики. Никогда вы можете читать, что христианские люди, они китайские и арабские или остальные люди. Вообще, только израильские люди, только израильские народы. А мы продолжаем. В сатанинской библии Лава писал, после собственного дня рождения два главных сатанинских праздника ⁇ это Варпургева ночь и Хэллоуин. Варпургева ночь или святое Варпургева ночь ⁇ это ежегодное мероприятие в Германии, известное в немецком фольклоре как ночь. Ведом, Как ночь ведом. Мы будем читать об этом потом. Ведом. Даже сегодня церковь сатании признает Хэллоуин чрезвычайно важным днем для зла. На сайте оккультистов говорится, сатанисты принимают то, с чем стал этот праздник, и не чувствуют необходимости привязываться к древним практикам. Или практикам, извиняюсь. Этой ночь мы улыбаемся любителям и их собственной внутренней темноты. Потому что мы знаем, что они наслаждаются своим кратким погружением в бассейн теневого мира. Они знают, что сатанисты, они знают, что день рождения, кроме день рождения, Хэллоуин эти все праздники, сатанистские праздники. Поэтому не только Варпугьева или день рождения или эм, Хэллоуин, нет. Как сказать? Эм, Рождество, день рождения, 8 марта, эти все праздники, они сатанистские праздники. Еще раз. Эти все праздники, которые я сказал, я называл сейчас, и остальные праздники в христианской церкви, в, мусульман, в, мусульман, в мусульманской церкви, эти все праздники не от нашего Бога. Эти все праздники мерзли при его лицо только праздник, который Бог, который сотворил небесную. Он любит только, что Он дал наши люди в Библию. Все его праздники или фестиваль в книге Левит, глава 23. И остальные праздники на все его законы в Библии. Не только в книге Левит, глава 23. что вы должны отмечать, должны быть только от Библии. И все. Если, это только если вы любите Бога, а вы не хотите, что Он будет судить вас, когда Он будет здесь. Уже скоро. Уже будет скоро. Дальше. Сейчас мы будем читать закон на этого.

Не обращайте внимания на тех, у кого есть знакомые духи, знакомые духи, и которые не ищут никого, чтобы быть озгровением ими. Я Господь, Бог ваш. А здесь еще раз, не обращайтесь к вызывающим мертвых. Еще раз, не обращайтесь к вызывающим мюрфик дальше и к волшебникам ни ходите. ни волшебникам ни ходите. бо волшебникам ни ходите. дальше и не доводите себе до азвернение отник и не доводите себе до азвнение азвернение отник я господ Бог ваш. Когда мы отмечаем этот праздник, Хэллоуин, это что мы делаем? Точно. Это что мы делаем? Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите. Это закон, он заповедал нас. Это мерзость при его лицо. Не делайте это. Нельзя это делать. Дальше. Открываем. Книга Левит, глава 20, стих 27. Книга Левит, глава 20, стих 27. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или волковать да будет предание смерти. Камнями должна побить их, кровь их на них. Еще раз. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мертвых или ворвовать, да будут преданы смерти. Это тогда должны убить их, что они будут умирать. Сейчас мы не можем это делать, потому что у нас уже мессия Иисус Христос, наш Спаситель. Поэтому Он умирал для нас. Сейчас у нас Его, как сказал э, сейчас, извиняюсь, сейчас мы открываем книгу Жен в Новом Завете. Книга Жон. Глава 1. Глава 1, стих 17. Мы там увидим, что он сказал, что Библия сказала. Книга Жон или Иоанна. Глава 1, стих 17. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Еще раз. Ибо закон дан через Мойсию, пророк Моисея в пустыне. Благодать же, благодать уже, это что я, хочу читать. Благодать же, его благодать у нас сегодня. Поэтому, что мы делаем тогда, как сказать, колдозва, тогда вы можете умирать, вы будете умирать. Но сейчас мы не можем, потому что у нас наш Бог э, благодат, как я уже э, читал. Еще раз, книга Левит, глава 20, стих 27. Мужчины или женщины, если будут они вызывать мертвые или волхвовать, они будут преданы смерти. Камнями должна попить их кровь будет на них. Мужчина или женщина, обладающие знакомым духом или волшебник, непременно должен быть преданы смертным. Они попьют их камнями. Еще раз, они попьют их камнями. Кровь их будет на них. Это то же самое. Я уже сказал, это убить этих человек, которые делают эту культуру. Или например, Хэллоуин. Мы не можем это делать сегодня, потому что у нас uh, Иисус Христос, наш черный мессия сегодня. Он умирал для нас. Мы должны обратиться от этих всех греков, которые мы делали

The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana. Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. I U I C, we deliver the truth.